Намами Ганге Тава Пада Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дибба Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синиттам Бхаван Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Раманинья Джата Калапам Гаури нирантара бибуши табам бхагам Нараяно приямананго мада пхарам Баранаси пурапати бхажави шанатам Ваги саджусва бадане Лакшмир жасача бхакшаси Жасьясте хидай самбит Твам нишингам ахам бхаже Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Abhisriti Krishna Padaravinda Yorkshinoti Abhadrani Chasankanoti Сатта Сасудхим Парамартха Бхактим Гьянан Чаби Гьяну Вирага Юктам. Абисрити Кришна Падара Виндайор Кшиноти Авадрани Чашанктануты Сатта Сасудхим Парамартха Бхактим Гьянан Чаби Гьяну Вирага Юктам. Горья Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад Парамхамса Джагадгуру said that when I can find no one to protect me, Гаудия Гоштипати, Сисила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад говорит, когда не вижу никого, кто может защитить меня, то тогда вся природа и все остальное может принять какую-то ужасную форму, чтобы напасть на нас. Но как я это... Я не всегда смогу вынести такое нападение. И вот Гаудия Гоштипати Сисила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Парамхамса Джагадгуру говорит, сказал, что если нет защитника в моей жизни, если я не вижу никого, кто может защитить меня, то в этом случае вся окружающая обстановка, вся природа может принять какую-то ужасную, страшную форму и напасть на нас. Это очень опасно. И вот природа. Что значит окружающая природа? Кто-то думает, что только деревья, эти реки, горы и все остальное. Нет, окружающая природа — это ваше тело, ваш материальный ум, бесконечное количество людей, душ. У всех у них есть своя природа материальная. Они взяли это тело взаимно у природы. У Пракрити. И нужно оставить, когда наше время придет, и оставляя свое тело, мы даже свое тело не можем с собой взять, что говорить о деньгах, собственности, положении в обществе и остальном. Даже тело не можем забрать. И когда мы сможем выйти из-под влияния материальной природы, ну что у нас есть? По сути, у нас ничего нет в материальном плане, только душа. Это наша, и то душа, она исходит из Бхагавана. И вот окружающая природа может так как-то напасть на нас буквально. Но те, кто чистые вайшнавы, они не чувствуют.
Никаких беспокойств, поскольку их ум находится у лотосных стоп Нитьянанды Баладева, Гурудева, они спокойны. Поскольку у них нет анибхилаши, каких-то посторонних желаний, и поэтому они чувствуют себя спокойно. Иначе бесчисленные дживы, они чувствуют беспокойство какое-то, неудовлетворение, нет других путей. И вот мы знаем из Бхагаватам, что те, кто, у кого есть огромная любовь к Бхагавану, никто не может ничего сделать против них. И вот они могут пытаться какой-то вред причинить, но не смогут. Те, кто, у кого есть огромная любовь к Бхагавану, к Бхакти, никто не может их как-то беспокоить. И в Гите Бхагаван также говорит. Это кого-то беспокоить, как-то мешать кому-то, как запрещено, не одобряется. И также, чтобы кого, нас кто-то беспокоил, тоже не одобряется. То есть Писание говорится, что мы не должны беспокоить других живых существ, и сами не должны беспокоиться ими. Почему мы чувствуем себя, чувствуем одиночество, это тоже анартха, слабость. Если мы чувствуем себя одинокими, это признак душевной слабости. Мы не одни, Бхагаван всегда с нами. Бхагаван, Верховный Господь наш лучший друг. И вот эта шлока, с которой я начал, она очень важна. Почему она очень важна? Поскольку без сриди, видите, мы без полезны. Без, как сказать, если у нас нет связи с Гуру и Вайшнавами, если мы не пометуем о них, то у нас должна быть такая непрерывная связь, и не на секунду. Ни на секунду она не должна прерываться, у нас должна быть связь с Гуру Вайшнавами. Иначе наше так называемое получение дикши, повторение, не может дать нам совершенный результат. Непрерывная связь должна быть как-то возможна, что нам что-то сделать нужно, работать там еще что-то, но это возможно. Кто-то может. Кто сказал невозможно? Возможно. Может посчитать. Здесь можно видеть, мать, когда покупает молоко, она считает, сколько она стоит и в каком количестве. Но еще параллельно может кормить ребенка грудью и резать овощи какие-то, или еще что-то делать. Может несколько дел одновременно делать, и как это, но некоторые умеют. Ешода тоже сейчас, что происходит, я не знаю, но раньше женщины были более умелые. Несколько дней, несколько дел могли одновременно делать. И вот мы должны помнить Бхагавана. Of course, if you are doing all for Bhagavan, if you are
not going for Bhagavan, there is some dirty self interest, then I cannot take risks. Automatically. If you do everything inside, automatically going. Если мы делаем что-то для Бхагавана, то, естественно, мы помним о нем. И это памятование, оно очень помогает. Handling, no mala there. Not speaking, what is doing? He's doing mala. Как Шрила Бхакти Праман Пури Госвами Махарадж, когда он лежал в больнице без сознания, он с одной руки продолжали повторять святые имена. То есть он был настолько погружен в воспевание святых имен, что даже в больнице перед смертью буквально все равно уже руки его не повторяли святые имена и язык. Sri Santokha Goswami Maharaj is coming and he was allowed to enter. Pure devotee, great devotee or Guru Maharaj. He is crying and speaking, Maharaj. Шанта Госвами Махарадж однажды пришел к нему и сказал: «О, Махарадж, я ваш младший брат, боги Шанта. Помните ли вы, вы спасли меня?» Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Госвами Махараджа, похожая ситуация приключилась. И со мной, когда я был, я совершал ягью для какого-то брамачари. Потом куда-то пропал, но я хотел спасти его. Хотел дать ему саньяс от Шанты Махараджа. Шанта Махарадж был в таком в состоянии, это, как его, не комы, но что-то такое. И вот формально он от него получил саньясу. Люди вокруг задавали вопросы, что за саньяса такая. Я сказал, правильно, я не могу дать саньясу. Шанта Махарадж тоже. И вот я молился ему, спрашивал, одобряет ли он этого саньяси. Он открыл глаза, посмотрел на меня и ничего не сказал. Дал намек. То есть он, у него есть, он полностью знает, предались ли мы ему или нет. И вот главный секрет нашего баджана, все, что мы не делали, все все, что мы делаем, должно давать нам памятование о Верховном Господе. Если мы что-то делаем, но у нас нет связи и памятования Гуру, Вайшнавов и Бхагавана, то это все бесполезно. И в момент оставления нашего тела это нам не поможет. Помните Бхагавана в момент оставления тела не так просто. Кто-то думает, что всю жизнь будет заниматься ерундой и перед смертью за 5 минут вспомнит Бхагавана. Это не так просто. Наш ум может отвлечься на другие вещи, много примеров таких.
Одна пожилая женщина вот лежала уже на пороге смерти. Недавно тоже вот несколько случаев. Вот в чем похоти доктор один есть, он таких часто встречает. Вот у одной женщины то ли рак был, то ли еще что-то. Somebody has to take out insect and throw out. This can rain, but not dying. Not going to die. This is the body. I hate my body. I hate my body. I spit on my body. Always. I hate my body. So that lady, he was given instruction by his grandson Mara. You can speak Harina. Вот ее внук сказал, ей посоветовал святые имена повторять, но она не смогла, решила, что там, ну, решили харикатху слушать просто, ну, запись включать. И вот вроде киртан организовали, еще что-то, кто там, спросили, какие киртаны, что там поют, какие-то преданные. Вот спросили. В общем, каких-то совсем бестолковых преданных нашли, которые и сигареты курят, и листебители живут, и чай пьют. В общем, их потом выгнали и включили просто запись авторитетной харикатхи. В общем, она через пару дней умерла просто потом. Вот тут еще бабушка одного преданного тоже была на пороге смерти. И воду из Ганги и Радакунды принесли. И просили святые имена перед смертью повторить, она находила какие-то причины слишком долго, слишком словно, слишком там мутно, слишком то, слишком все. В итоге могла все что угодно говорить, но не святые имена. Это индуска, между прочим. То есть не так просто, что перед самой смертью взять и начать повторять святые имена. В шастрах говорится, что не так все просто. How you can link with Krishna? Impossible. Vishashakta Jityanam Krishna Vesha Sudhura. Impossible. So Avishyati Krishna Padaravindir Shinoti Avadrani Shashantam. By the mercy of Guru Vishnu, if they have по милости Гуру Вишну, если у нас есть связь с ними, то тогда, если какие-то анартхи остались в нашем теле, уме, они все будут уйдут прочь, и тогда мы сможем стать чистыми, очиститься. И наше как существование, оно проявится в реальной форме. Все анартхи, они... наша сварупа, она откроется и расцветет в своей духовной красоте. Мы можем привести несколько примеров от Шрилы Прабхупады, Бхактивинода Такура, Гуру Махараджа, Рамануджачарья, Мадхвачарья, Ачюта Прекша. Кто такой Ачюта Прекша? Who is Achyuta Prakash?
Гуру Мадхвачарья никто не знает. И вот однажды, чтобы проверить Мадхвачарья, сколько... И вот Гурудев говорит, как я знаю, как узнать, что ты получил милость Ясудева Госвами? Мы знаем, Ясудева Госвами, он пришел перед Мадхвачарьей, дал ему дикшу в соответствии с Бхагавататвой. Вот описывается в нашей Гуру Парампаре. Вот здесь Мадва, значит Мадхвачарья. Я был в том месте, но Ясадев не пришел ко мне, но я читал Бхагаватам там, я что-то понял, как-то осознание какое-то пришло. Я был в пещере Ясадева с Бхагаватам. Но Мадхвачарья встретился с Ясадевой и получил посвящение от него. И сейчас Ачюта Пракша хотел проверить его, как мы знаем, что вы получили милость Ясадева. И вот проверить решили. Пятая часть Бхагаватам, пятая песня в начале, нету стиха. Ну, что-то попросили объяснить пятую песню Бхагавата в начале, что там. И Мадхвачарья закрыл глаза и начал говорить, несмотря на Бхагаватам. Начал объяснять суть того, что Ясадева Госвами хотел сказать за часами. Ачюта Пракша был удивлен. Как это возможно для тебя? Столько помнить. Он со сложными руками сказал: «О, Гурудев, это не в этой жизни. В прошлое я читал Бхагавату. Я читал это все в предыдущей жизни. Бхагавату в Гите. В Упанишаде, Веданте, и Гурудев понял, что ты правильный человек, которому я могу дать титул Ананда Тиртха. Ты сам место паломничества в Веданте и Бхагаватам. Ты единственный, кто достиг такого уровня, и поэтому Ананда Тиртха его назвали. О Рамануджачарье также благодаря своей божественной интуиции он начал говорить то, что ему Ачарья хотел сказать. И вот Рамануджачарья понял, что эти три сложных пальца, значит, неисполненные желания Ямуначарьи. И вот когда он их произнес вслух, эти пальцы, они раскрылись. И для всех учеников невозможно понять сердце Гурудева.
Мы хотим видеть результат. В Нити-шастра говорится, почему вы спорите о том, что это за дерево, можно же посмотреть на плоды и узнать дерево по плодам. Вот на санскрите такая поговорка. И на Бенгале тоже. Вот. Какие-то люди заявляют, что они ученики Шрилы Прабхупады, но Прабхупад смеется, что они даже не видели меня никогда. Какие они ученики, еще заявляют, что получили дикшу. И какого значения такой дикши? In his old age, 100 years over, almost 101 over, in Puri, in Puri, какие-то преданные пришли к Гуру Махараджу, что-то Шрилы Прабхупаде хотели спросить, и тогда... И вот Гуру Махарадж, какой-то саньяси пришел, спрашивает о Шриле Прабхупаде от вас. Гуру Махарадж улыбнулся и сказал, что мне уже 102 года, я не помню. Помнит, он помнил, но сказал, чтобы предупредить нас. Но потом начал говорить часы за часами. Но все вспомнил и несколько часов говорил о Шриле Прабхупаде. И вот тогда редактор Гаудия Патрики, не хочу называть его имени, какой-то скандал он был, скандал какой-то был с его участием. Но по милости Шрилы Прабхупады, он был редактором Гаудии до этого. И вот он сказал, что хотели собрать что-то о Шриле Прабхупаде, чтобы написать книгу о его чести. Шрила Прабхупад часы за часами говорил с конкретными датами. Whatever, continuous. Another subject matter, he wanted to a special subject matter. One day, pages after pages, he is writing going on. For my Guru Padmatmo, then editor of Gauri Patrika and other true devotees, therefore with diary and pen, Papa in long, going hither and thither with mala, and he is giving dictation. И вот Шрила Прабхупад мог ходить и повторять харинам и трем секретарям одновременно, диктовать три разных статьи. Даже четыре статьи одновременно диктовать. Но Шрила Прабхупада Махарадж говорил, даже во сне не мог такого представить. Шрила Прабхупада мог пятью делами одновременно заниматься и совершенно их делать. Причем такими сложными диктовать статьи на разные темы, в разные журналы. И харинам повторить в это время. Даже полубоги такого не могут.
They have some yogic power. They can try. But this is Aprakita Seva. Material thing, material thing, you can try. This is the condition. So, и вот прийти, смотрите, когда мы помним, если у нас нет любви для Гуру Вайшнава Бхагавана, Дама, Намы, много раз я объяснял одну шлоку. Кхантир абхьярта калаттам вирактир манушаннатта асавандху самадканчана. Always link with Baba, always. Walking, eating, sleeping, whatever doing, always link. Link with Baba. Преданные, что бы ни делали, они всегда помнят Бхагавана. Это главный признак преданного. Просто запомнить какую-то философию, рассказывать ее, это как преданности отношения не имеет. Or if you at all speak some joking, this day we can make. Actual Ajgata can not a matter. So continuous link with Guru Bhagavad. That is very important. Sri Chaitanya Bhagavat, I like to discuss whole life, not for life. Читание Бхагавад, я хочу обсуждать всю жизнь. Даже больше жизнь за жизнью. И вот можно вспомнить последнее обсуждение. Не знаю, материалистам может что-то не нравится. Эти бесы, демоны всякие, не могут потерпеть имя Рамы. В моем детстве бабушка и старшие говорили, что эти привидения, всякие бесы не могут потерпеть, когда кто-то имя Рамы произносит, и поэтому Харикатха Санга для материалистов и бесноватых людей очень тяжело ее слушать. И вот в шастрах говорится, если даже часть секунды прошла без памятования Бхагавана, это время очень опасно. When Maya is going to bestow keep on you, you cannot hear any advice of any. Advice of Opa was bitter. Когда Майя влияет на человека, он советы саду не может принять. Шрила Прабхупад иногда говорил кому-то, что нужно делать, что не нужно, но такие люди не могли принять его наставление. Если мы потеряем характер, мы потеряем все. Что значит характер? Потеря характера, что значит? Долгая история, но тогда, когда мы вкратце, тогда, когда мы теряем связь с Гуру Вайшнавом и Бхагаваном, кратко. Те, кто совершает баджан, я не знаю, смотрят ли они на небо или нет, а если посмотрят, то поймут, что во всем этом бесконечном мире мы всего лишь малая, беспомощная душа. Only enjoying mood can throw
throw me into the ocean of Maya forever. And when the death, when my last time can come, when my last time can come, no Kamini Kanchan Mani position can save me. Be careful. My life is successful when all my knowledge, education, наша жизнь успешна, когда наше знание, образование, способности, все, что у нас есть, когда мы можем использовать это полностью для служения Бхагавану. Вот первый раз в жизни я услышал, что ты хочешь взять отпуск от Гуру Сева. Те, кто совершает Гуру Севу, что говорить, они молятся для обретения служения, они хотят служить вечно. Столько блаженства они обретают от служения, если нет Майи. И поэтому я хочу предупредить, чтобы вы предупредили себя. Поскольку дживатма, она сватантра, она имеет независимость и какие-то независимые желания, свои желания. И последний раз я обсуждал, что обрести связь с Нитьянандой — это наш успех, не только это, непрерывная связь. Нитайр коруна хабе, браже Радха Кришна Пад. О, Сахаджия, it is my announce to you all, this written. You will have to jump into fire in the name of Рагануга Бхаджан, Рупануга Бхаджан. You are foolish number one. Нитайр коруна хабе, браже Радха Кришна Пад. But you are going to ignore all Guru Bhargava. Нитаймин, all Guru Bhargava. Вот в этих стихах, что говорится, что по милости Нитьянанды, Нитайр коруна хабе, фраза, по милости Нитьянанды мы можем обрести Радха Кришну. И я говорил раньше о том, что никто не может понять милость Нитьянанды, его бесконечную силу. Мы не можем начать даже Харибаджан. Если мы не можем понять настроение Гуру Вайшнава, мы не можем даже начать. Помощь, значит, как привести свое сердце в гармонию с Гурудевом. Гурудев наш лучший друг, наш самый дорогой. Если у нас есть какой-то страх перед Гурудевом, может отдалить нас от Гурудева. Если мы не понимаем Гуру Вайшнавов, это одно. Но мы должны прийти к тому, кто, у кого есть представление, те, кто знают настроение нашего Гурудева, и тогда мы можем под их руководством служить. Кришна — это Гуру Удава. Кришна speaking this way. Na anuvapi mannuno. Uddhava, na anuvapi mannuno. There is not even one molecular atom. Atom, you know, you cannot measure the size of atom. Bhagavan speaking, even that much gapping is not there. Even that much gapping is not there between Uddhava and Кришна говорит, что Удав, он не отличен от Кришны. Кто Удав, он и Кришна. То есть они насколько похожи, и Вишна Чакравати.
Также говорит Сакшат Харитвина Самаста Шастра. Мы должны организовать место для себя у лотосных стоп Нитянанды. Если Нитянанда позволит, и вот сейчас наше сердце, оно очень мало. Мы хотим распространить свое сердце к бесконечности, по направлению к бесконечности. И вот бесконечное творение, оно держится Нитянанды. Что говорить о этой маленькой Земле? Если посмотреть на Вселенную, вся Вселенная поддерживается его силой. И наша Земля очень мала по сравнению со всем остальным. Харикатха — это не просто запоминание чего-то, это осознание. То есть лекции Харикатха — это разные вещи. В лекциях мы не заинтересованы, мы хотим узнать о том прямом чувстве, которое мы получили от Гуру Падпадмы, от Садгуру. Мы не можем понять, осознать, что кто-то делает какое-то служение, тяжелое служение, как кто поддерживает все эти вселенные. Вроде тяжелое служение, но тот, кто это делает, он не чувствует такого. Кто-то думает, что это сила гравитации или еще что-то, само собой все происходит, но философия за этим такая, что бесчисленные браманды, они поддерживаются Нитянандой. И Нитянанда Баларам прославляет Кришну. Он всегда прославляет Кришну. Адидев, изначальный Господь. У Шанкаре мы говорим обычно Дева Адидева. Но философия в том, что Дева Адидева, that Shadasi
Садашив не отличен от Махавишну. Когда мы говорим Девади Дева Махешвара, когда мы говорим, но философию должны понять за этим, почему, поскольку этот Садашив не отличен от Махавишны. Махавишну — это бесчисленные миры. И вот это причина всех причин. Анантадев с незапамятных времен, он прославляем. Слава Кришна, она увеличивается постоянно, и Нитянанда Баларам, он прославляет его. И вот слава Кришны, она так простирается к бесконечности. Because they are not doing bhajan, they are doing mathematics. They are speaking, tends to. Люди, которые занимаются математикой, они могут понять, что такое бесконечность или ноль. Как бы на словах они могут понимать, но на практике. This tends to zero, it is tending to zero, but never you can expect already zero. Tends to zero. Never spoken zero. So zero tends to zero, whatever thing tends to zero. So the object you are going to compare tends to zero. Which object going to tend to this object? Okay, but the object and the zero, there must be some gapping always and every time. You don't understand. There must be some gapping. That's why it is written tends to zero. And tends to infinity mean infinity mean infinity. For infinity pure, with infinity velocity, if you run, not even light velocity, what Einstein told. Because in material creation, в материальном творении, velocity of light is the maximum. Скорость света, она максимальная, то есть, согласно Эйнштейну. Butterfly? Who made this design? One part. Here is yellow. Here is, you know, brown. Here is black. Here is red. Yeah? Back side is blue. And the tail is yellow. I'm thinking. Посмотреть на попугаев, кто сотворил им такие прекрасные цвета, в такой комбинации, кто этот великолепный творец, кто это сделал. И все остальное, все настолько прекрасно, настолько гармонично. И вот ложное эго, оно пройдет прочь, если мы будем видеть Бхагавана во всем. И вот...
We are running Kundus. So by infinite pure Brahm, you cannot have it. So now, naturally, if you are a man having some thoughtful mood, you can go for infinite. So who am I? Then you can express your desire to do Hari Bhajan. So long you cannot realize, so long try to remember, don't forget. Вот мы должны помнить, не забывать до тех пор, пока мы не можем понять свое такое малое незначительное положение, в котором мы находимся, то нет Когда мы осознаем свое такое незначительное положение, тогда мы сможем предаться Бхагавану. О Гурудева, о Вайшнав, Вайшнава моя. Мои личные попытки, они бестолковые, они очень малы. И сейчас я предаюсь вам, как Арджуна. Он предался Кришне. И вот этот Анантадев. Слава Кришне бесконечна. И можно видеть, как скачки на лошадях вот, пытаются бежать одна быстрее другой. Up to now, our Anantadev, Sahasravadan, up to now, he has been glorifying Chaitanya Mahaprabhu, his glories, but still not going to find И вот он прославляет Махапрабху с незапамятных времен, но с конца его славы нет. И вот после этого наш Шрила Бхакти Валабхирта Госвами Махарадж, вот он воспевал такой киртан. Он имел в виду, что слава Бхагавана бесконечна, мы малые души можем воспевать его славу всю жизнь и последующей жизни. И это воспевание его славы, оно бесконечно. Kiyare Ram Gopale Bad Lagyache Brahma Rudra Sur Siddha Univar Anande Dekhiche Indra Brahma Sureshwar Indra Brahma Shankar Varun or Siddha Univar, all those are big Vashishtha Bharadraja. И вот великие преданные, они все смотрят. Что смотрят? Они смотрят на состязание Рамы и Гопала. Рам значит Баларам, а Гопал значит Нанданандан Кришна. Я могу это более подробно объяснить, но Чайтанья Бхагавату некогда будет рассказывать, поэтому кратко. И вот у нас Гопал, значит, можно объяснить. Гопал – тот, кто заботится о коровах, и то же самое время. Го значит органы чувств. На санскрите все наши органы чувств. Органы чувств, они контролируются Бхагаваном.
И поэтому говорим Гупал. So, ki are Ram Gupale Bad Lagya Jibadwani competition between Ram, Balaram and Krishna. And Brahma, Rudra and Brahma, Rudra, Sureshwar, you know, Siddha, Munishwar, Anand out of a steady feeling, enjoyment of watching the film. Hello, what is it? Jang Brahma Varun Indaru Dharuto Sunvanti Dipashtavai Vedai Shanga Padakramu Panishadai Gayantiyam Samaga Dhenavastita Tadgati Namanasa Vashantiyam Yogina Yasham Tamna Vidhu Sura Surogana Devayata Asmai Namaha. This is the sensual. Young Brahma Varunendra Ruddhama Sunmanti Dipashtavai. No end. Endless. Now, его слова Бхагавана бесконечны. Jashir Sindhu Nadai Kul Adhik Adhik Vari. In this context, I like to go back to Chaitanya Chaitanya. В этом контексте я хочу вернуться к Чайтанья Чаритамрите. И что это за пример? Здесь говорится, что в Чайтанья Чаритамрите Кришна говорит о Враджа Гопе. Я не знаю, что случилось. В виде меня их любовь увеличивается. И когда они чувствуют, что я чувствую радость, смотря на Радхарани и Гопи, и опять их радость увеличивается больше и больше. Когда я вижу их, и вот Кришна говорит таким образом, нет конца этого. В Чайтанья Чаритамрите говорится, то, что Джаша, слава Кришны увеличивается, и любовь Кришны и Гопи, она тоже увеличивается все. И поэтому здесь описывается their loveful mood, their prema in increasing order. Up which way? You cannot say. Why? Your teeny brain cannot just... Любовь, према, она увеличивается. Кто-то думает, что это только философия, но нет, практически мы должны совершать баджан и достичь того уровня, достичь духовной реальности. There is no end point. Well, because they are love in increasing order. Bari te jayega nai, tobu bari khone khone. No bangla, foolish. Bari te jayega nai, bari khone khone. Follow. There is no space to increase. Может, уже не быть места. There is no space to increase anymore. Чайтанья Чаритамрите описывается, что уже нет места, чтобы увеличиться, но он увеличивается, как-то возможно это зовется трансцендентная пракрита. Материальный ум не может это понять. И вот. Competition going on. Anantadev trying his best to cross over this ocean of Jasa, but
ocean is in increasing order. Lagvali chale jaye sindhu tarivare jashir sindhu nalay kul odhik odhik bare. Same Siddhanta, like I told you. И вот то же самое Сиддханта. Что говорил? И вот здесь написано, что говорить о Браме, Шанкаре, Индре. И вот в Бхагаватам мы нашли шлоку. Бхагаватам нантам видами ахам оми манаю агриясте майаварасса пурушасса куто авариджи гаян гунан дашасатанано адидева шешо адхунапи самавасати насапарам. Each and every word pronunciation should be accurate. Произношение каждого слова должно быть очень аккуратно. И если что-то искажается, то ничего хорошего. Если Сарасвати пребывает на нашем языке, тогда это возможно. А если кто-то из-за ложного эго возгордился, то теряется способность точно произносить. Как некоторые пандиты, вроде пандиты всю жизнь санскрит изучали, знают все, но не могут произносить Бхагаватам правильно, поскольку не хватает милости. Сарасвати, это санскрит, это не так просто. Наш Бон Госвами Махарадж, когда он спросил у Шридхара Махараджа насчет вед, он сказал: смотри, веды мы не изучали. Лучше Бон Махараджа спросить, он был в Бенаресе, изучал веды. Он умеет, знает санскрит. В пятой части, если вы в пятой песне Бхагаватам, особенно очень, очень древние шлоки, их нужно произносить на одном дыхании, поэтому нужно контролировать свое дыхание. Если не сможете, то воздуха на всю шлоку не хватит, и ритм собьется. Все это достаточно сложно. Это. Я думаю, все слова в Бхагаватам имеют свой ритм, свою мелодию. И вот мы должны понять ритм этого мира, этого духовной, этой духовности. Если мне где-то запрещают говорить харикатху, я не беспокоюсь об этом.
я раздаю там книги. Bhagavan Sri Krishna speaking to Uddhava. Uddhava, ati badam titik sheta nava vannet karhichit. Ati badam is speaking all rubbish to you. You that, you are cheater, you are cheater. Yes. That Tipura man writing poster in my name. He is a cheater, he is a thief. Posting, different ways. Local people, when they watch that, they are going to tear up. Local people know me. They cheer up. And that for condition of that man. I feel disturbance. If I feel disturbance, how I can speak again? Zoom line, online, two, offline one, Zoom line one, two line offline. Eh? One lady and her daughter, they are all insulting me. Unnecessary. I don't know what I have done. Maybe by the inspiration of her godbrother, insulting me directly. I'm sitting in the masses. Follow. I'm going to. Only by humble mood, we pray for 3 days, you know, Gopurnima Harikatha. If I sit to some other place, you can, for 3 days, you can allow us to speak like a beggar. Like Prabhupada told me, for actual Gaurvani Pujar, I can come down to any level. So I can come down to the level of beggar and to the lotus feet of that Mataji. You can allow me to speak again for 3 days. So if I have my prestige, if I think I have this honor. Шрила Прабхупад говорил, что ради подлинной проповеди Гуравани я могу опуститься на любой уровень. Я тоже иногда даже приходится что-то просить, как попрошайка, как нищий. И вот Бхагаван Си Кришна говорит такие слова. Мы должны терпеть то, что если кто-то не может потерпеть какой-то критики свой адрес, это значит здоровой критики, то значит человека какой-то. Какая-то инфекция, прочисти. Some problem, somebody firing down or some cut by own blood coming or so pain. Some bandage done by doctor, injection, everything done. Still, at the night time, somehow you can try to sleep. Okay. Due to pain, you cannot sleep, but still. But it is more dangerous. When some man going to fire you, fire mean talking fire, you know. То есть иногда слова, жестокие слова могут нанести больше вреда, чем физическая расправа. But you cannot bear if somebody going to speak all rubbish to you. Oh, that man insulted me. Shankarabhagavan, this is material. Shankarabhagavan not speaking about Vaishnava. So I like to drop this example. Follow. Prakriti Jagat Haridas Thakur never mind. They are going to beat, speak all rubbish. Follow. So, I think I can stop here. Today time cannot probably you start always. It is actually they are actually useless. If I speak infinity time,
my Gurudev, Prabhupada, Guru Bhargava, Bhakti, infinity time they are requesting. Repeatedly. This can go on. Their enjoyment is getting first priority. They are sleeping, they are eating, their enjoyment, they are getting first priority. Second priority, of third or fourth, can be Vaishnava Seva. Can be or cannot. Or even I can throw up. That is our status. So, up to this point, I can tell here, stop here. Nantam vidami aham omi manayu agrajasti mayavarasya purushasyakuto avareje gayan gunano satod sat gayan gunano daso satano adideva sheso adunapi samavasyati nasapara. Up to now, Anandadeva also not getting any end point. Brahma speaking, I myself, Брама говорит Нараде, о Нарада, твой брат, старший брат Санакади, это вот эти Чудашваны, и все Риши Муни, и я Шанкар. Гаян гунану дасо сатанан ади дева шесо адунапи самавасяти винасупарам. I can start from here. Excuse me. So I started with the sloka. What? What sloka? И вот я начал с слоки. Абисвати Кришна падар виндаю киноти авадрани жасантанути шаттаса суддим парамахарти гьянанч вигьяно вирагу юктам ванча карпадрусике басенгоче падитан павне бхавишнате. It depends upon you, not depend upon me. It all depends upon you. The kind of sophisticated heart the more sophisticated harikatha. Чем больше, чем возвышеннее сердце у вас будет, тем более возвышенная харикатха у нас не зайдет к нам.